своей стороны. Знаете, мы настолько сегодня глубоко осознаем свою ответственность и за перспективу Тверской области, и за то, что мы сегодня делаем. Я вам хотел бы, наверное, продолжение того, что вы говорили, Андрей, сказать, что действительно молодежь на сегодняшний день для нас – это основной мотивирующий фактор, который создает и формирует план работы правительства. Я почему говорю о правительстве? Потому что это орган исполнительной власти коллегиальный, который принимает те или иные решения, которые формируют те или иные законопроекты, которые передаются в наше областное заксобрание. Сегодня, если вы обратили внимание, одним из основных элементов нашей работы является ужесточение миграционной политики. Что это такое? Мы сегодня приняли, наверное, непопулярные меры и законы. Мы повысили в 1,5 раза стоимость трудового патента для приезжающих к нам трудовых мигрантов. У нас сегодня цифра самая высокая стоимость трудового патента. Это 5000 рублей. Я полагаю, что это еще не предел. Мы можем еще повысить эту стоимость для того, чтобы технически аккуратненько ограничить приток, большое количество приток трудовых мигрантов.